Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вы посмотрите нашу запись со стрима, как мы играли в Pummel Party с нашими друзьями. Если что, переходите на мой Twitch-канал, UGMPR, оставлю ссылки в описании. Там мы играем в Pummel Party, в Counter-Strike, в Dota и во многие другие игры. Будем рады! Чё? Подожди, а ты не в сети, Витя, слышишь? Я сейчас зайду. Давай. Я не в сети, знаю, просто не зашёл. У нас кого-то нету. Ведьмички. Что у нас случилось? Перезапуск? Я думал про то, что вы ездили. Блять, извини, пожалуйста, я просто что-то про чат вообще забыл. Сейчас, давай еще раз посмотрим, пока все застрелили. Еще надо замутить игру, иначе оно слишком будет давить на уши. Вот. В эту знаменательную дату наш отряд решил показать друг другу, чем они заняты в предновогодний день. Вот наш Илюша провожал станцию, он провел Новый год на новогодний в предновогодний день. Вот наш Илюша провожал станцию, он провел Новый год на новогодних рейсах. А вот уже Надюша готовится встретить Новый год в кругу друзей. Наша ветеран Галина пошла кататься на горках по традиции своей семьи, что мы глубоко уважаем. А это наш комиссар разукрасил комнату и готовится войти в этот год с бумерангом. Кирилл и Катюша, наши старички, встретят год в кругу семьи. Ксюша же, новичок отряда, решила чуток своровать еды с новогоднего стола. И завершает наш мост Юлия с маленьким символом Нового года – мандаринами. Мы хотим поздравить всех с наступившим Новым годом и поблагодарить за участие в программе. Вот, Сань, что мы делали. Вы именно? Могу увеличить. Давай сейчас я размучусь и спросим. Ребятки, что, увеличиваем количество ходов? Пока там, давай пока не залутаем сундуки. И кубков сделаем поменьше, сделаем 3. 3 для кубков. Вот, чтобы война была же заточеннее и так далее. Вот, время хода 120, макс игроков 6. Все, да, здесь? Да, Витя здесь. Так, персонализация, забыл, подожди. Где мой черный? Пусть будет инопланетянин и плащик. Давай такое оденем, прикольно. Вот. Все, все готовы? Ладно, все, мы ждем Аленку тогда. Миша, ты тут? Видимо, то, что я начал балякать просто, все замолчали. Хоть, у нас даже фото 8 с двух постов не наберется. А у нас была только одна дата, и там только поскидывали. Мы очень благодарны тем, кто поскидывали. Это прям очень сильно очень помогло нам. Вот. Это я просто брал все фоточки и такой сижу, думаю, просто под музыку пускать не такое себе грустненькое. А решил просто это быстренько озвучить во время монтажа и вообще плюс кайф. Это как-то живее смотрится на самом-то деле. Да, озвучкой. Пойду-ка я пасу жестко. Давай. Алена тут? Доска не сбатишь, так, Алена, слышишь? Алена пришла. Все, поехали. Что? Бля. Ладно, подождем. Нет, я это здесь. Тёма. Тёмка попить пошел. Тебя ждем. Я пошел, Тёмка. Вы скопироваться же не можете вместе сходить, вам нужно в разное. Вместо меня тихий сос. Ай, тихий сос. Тихий сос. Нет. Тихий сос. Да. Нет, это будет тихий сос, сос. Мы максимально не поддаемся. Ну чисто кулачок это. Да.
раньше посмотрим. Да, пускай. Есть пробел в знании. Знаете, только а, этот... так я могу на этом поколоть еще, а не так, скажи, как начинается у меня. Слышишь, Лёх, да. Не видишь? Да и все, мы сейчас уже начинаем, мы все пришли. Все, погнали, ребят, начинаем. Подожди секунду. Подожди. Жду. Кого ждем? Скажите что-нибудь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Яички. Все, с кайфом. Блять, у меня тут никнейм не поменяется, да? Нет, там смотри. Нажимаешь персонализация, имя, и там в имени нажимаешь новое, создаешь новое, и потом меняешь. Понял? А-а-а. Да. Блин, девочки, вы упали. Все, начинаем. О, идеально. Бля, духа. Все, погнали. Подожди, я не поменял себе маску, я, блядь, петух. Меняй. Осуждаю, осуждаю. Осуждаю, Витя, ты че? Че осуждать, блядь, че? Это запрещено. Не запрещено это. Я тебе как пиар-ассистент говорю, это запрещено. И так это на Маджестике запрещено, ебень тупой. Ладно, хрестник. Для меня что запретки на матче, но кроме... А, блядь, я не в противогазе, почему? Я напомню тебе, модер трех каналов на, ну, у медиа основных, таких, знаешь, больших с галочками. Ладно, ладно. Надя, ставь коржик. Мне, короче, знаешь что, ко мне как-то слон... Будет коржик, компот. Зашел чел, просто мне накрутил 100 зрителей и подписчиков, и просто сидел, угорал один в соло, я думаю, зачем? Короче, я тебе на штучку подождем. Да зачем? Не крутите. А почему я тебе. Почему ты у меня, когда разговариваешь? У всех он с эхо разговаривает, скажите. Да, потому что он через Надю его еще слышно. Блять, вы вообще. Надю, уберите просто в ноль и все. А мне нормально, поэтому я не парюсь. Ладно, Надю я уже слышал, поэтому уже помолчать. Все, готовы? Все готовы? Сахан, бля духа. Все, бля духа и Сахан пошли. Бля боль тоже. Ждем вас, ждем. Лебуха. Леха, видел мою сборку пока, которую сейчас собрал уже себе? Да, не особо сняк метаться. Сейчас я тебе скину. Так. Понятно, я иду нахуй сразу. Раз, два. Какими, третьим или четвертым? Витя, пробел. Ты не играл в эту игру? Я играл очень давно. Я иду нахуй просто автоматически нахуй. Оп, сундучки пошли. Угу. Это сундук сокровища. Сундук для рун. Рундук. Ой, бля. Ай, блядь, духа, поехали. Хорош, хорош. Давай, блядь. Как он сильно устал, что нас обогнал. Если я сейчас тоже один ход сделал, я буду ржать долго. Лёха, ты мне сегодня писал? Ага, в детстве? Да, или я тебе писал, напомню, пожалуйста. Я тебя найти почему-то не могу. Да, мы с тобой списывались. А, все, нашел, я просто не написал еще. Нет, тебя ничего, Юджин, давай. Я посмотрю попозже, хорошо? Угу. Да. Давай, умри. Че будем брать, че будем брать? А в смысле, почему ходов бесконечно? Так, GeForce RTX 4070 Duel. Ай-9. Ой-ой-ой, как же хорошо, Вить, кстати, потом надо будет, когда с тобой вдвоем будем, я хочу тебя немножко по тестерке поспрашивать, есть смысл идти, нет вообще, ну, типа, минусы, плюсы. Поверхностно, окей? Если что, мы на стриме, кстати, видишь, если ты знаешь. Отлично. Умпа-лумпа. Чё говоришь? Я не отвлекаюсь. Я уже сходил, я просто жду, я просто общаюсь сейчас с людьми, чё ты уже начинаешь? Давайте троечка, я пойду вот так. Ебать, голос охуенный. Потрясающий ход. Золотая обычная карта.
Пудиксел. Похуй. Я сдохну. Да. Ура, террорист. Знаю. Ой. Знаем такое, да. Угу, поехали, поехали прыгать и приседать. Только сюда. Ой, по-моему, приседай, да? Как будто... А как? Фу. А! Фу вниз! Фу вниз! Фу! Куба. И кратко... Что делать? Алло, в смысле? Кого? А, блин, я музыку переключал. Я музыку переключал, блин! Бля, духа проебывается. А, впала! Музыка. Ука. Давай, до талого, Лёха, до талого. Давай, Лёша, давай. Ну ладно, всё, вот это. Мне эта игра не нравится, я хочу пойти играть в Assassin's Creed, блядь. Я лучше бы в КС пошёл. Мне уже охота сломать клавиатуру в голову. Я в танке. А Тёма не все равно с вами не пойдет. Тёма вас бросит. Я куда бил? Аккаунт. Куда кого я брошу? Что за что началось? Что началось, да, Алена? Что за мошнить? Пацаны своих не бросают, да? Кто? У Дэвид, да. Ой-ой-ой. Видимо, но чуть-чуть. Ой-ой-ой. Витя, ой-ой-ой. Витя еще и в воду пошел. Ой. Витя, не о! Намаз! Красота! Намаз! Ага. Не случайно, пацаны. А все, он пробегает. Хочу выжить, мне похуй. Блять, блядь, я ошибку совершил. Куда я пошел? Компот. Там, а ты поменялся таки компот? Че? Это я компот. А ты компот. Я бледуха, брат. Компот, бледуха. Компот и бледуха. Скажи, у нас нормальный дуэт. Два брата и фаната, компот и бледуха. Интересно, в какой момент женщина стала братом? Ты че, Вить, не знал? Я в войсе захожу, типа, здорово, брат. Ладно. И вообще пофигу, женщина. А, знаешь, женщина. Когда примерно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хорошо. 4 назад. Ой-ой-ой. Ничего не понятно, но очень интересно. Я что-то подобное помню, там что-то надо сейчас будет, короче, хавать. А где я? Все, я нашел себя. Вот он, Сахан. Гений игры. Ой-ой, пончик рассыпался. Почему не я? Кто пончиком светит? А, Надя. Я не могу... А как эту хуйню распылять? Я только не понял. К ней подойти просто надо. Как? Где? Что? Нашел, увидел. Я последнее место. Ебать, смех идёт. Такое я увидел у себя в руках. Опасно мне такое, давайте вообще в руки, ребята. У меня есть дробовик, не забывай. Компот. У меня тоже. У меня есть интересная коробочка. Underground. Underground. Надя, берегись. Всё, снег забрал. Ноль, попади, чтобы тебя просто захуесосили. Блять. В смысле? Причем тут девочки и мальчик, ты понимаешь? Я отношусь к человеку как к игроку, а не как... Братан, ударь женщину свою, я тебе говорил, что меньше говорила. Там поверь, там отлетит, да так что... Ладно, все. Давайте так, будем общаться как к человеку, да? Лёха, на будущее есть наручники БДСМ, знаешь, такие штуки, пошёл, да. Я промолчу. Мало того, что это знает. Он этим пользуется только не на ней, а на себе. Он сидит вечерами, пальчик себе попу пихает. А чё у меня ХП так мало?
Ну чё? У Алены спроси. Думаешь, я? Нет, у меня Надя меньше зацепила. Ошибка. Да нет, почему ошибка? О, привет, бредуха. Привет. Не надо. Спокойствие. Только спокойствие, типа. У бледухи так жизнь тяжелая. Ну что же сделает у нас Сахан? Сахан, давай, показывай. Что у тебя есть? У тебя есть кактус или какие-то? Пизды нам ты дать не можешь? Еще не знаю. Ну сделать плохо всем, ты спок, точно. Если сейчас Надя выпадет ноль, я буду смеяться долго. Просто умрет, утонет в воде. Да. А Надя какой ник? Ведьмочка. Понял. Это какой ник? Женщина-ведьма. Осуждаем. Что вы осуждаете? Она сказала за очень запрещенное слово. Мы такими не пользуемся. Да. Я даже не услышала, честно говоря. Я тоже не услышала. Человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Опять картошка. Традиционный, надо разбегать, чтобы коровы это, не забрали. Короче, типа, царь горы. Мужики, детскими мимиками объясняют царь горы. Бить. Сахана убить. Почему мне-то в ебучку дали, алё? Понял. Компотик. Не понял. Да почему, а Надя, блядь? Нет, блядуха. Лови ее! Бля, блядуха. Ты хитрый ус. Сахан тоже хитрец. Как он? Мне в руки, блядь, 3 метра нахуй ростом и ничего. 3 метра ростом. 2 километра. Здорово. Просто выключи. Я скоро вам будет вас мутить буду. Скрипы, блин. Дайте прятки. Хватит. Успокойтесь. Понял. Меня Лёша обогнал на 5 очков. Лёша, это надо привыкать. Я понимаю, но это не так сложно, поверьте мне. Ну ладно, я не могу скоро сказать, потому что... Ну хорошо, давай целую тебя алфавит сейчас перечислю, давай, погнали. Ладно. Словарь Ожего, ёпта. Начинаем. Что такое рапид? Что такое... Да ладно. Я помню, кстати, видос. Шо как? А до какого момента здесь игра длится? Бесконечно. Пока не соберем 3 кубка. Да, кто-то не соберет 3 кубка. Чё это такое? Да потому что стакан у нас стоит на кнопке. Это сироп вишневый. Ага. Ты чё, сволочь? Ты вообще такой гад на самом деле. Компотик сделал. Вот и стой там, понятно? Как же меня запидорасил. Ой. Очень легко, да, Лёша? Осуждаем тебя. Как же меня оскорбили. Лёха. А чё по норме? Какой? Без модульки. Да я весь январь чилю. Ко мне завтра Никитос приезжает, а чё? Так там же 2 секунды набрать, пару наказаний и хватит. Брат, ну не получается. Когда стримишь, что я же не буду этого делать. Я думаю, с февраля прям жестко начать активить, потому что там уже я буду заходить там. Нет. Отпуск, да, блядь, у меня отпуск уже отписан, по-моему, с 15 по 19. Я всю неделю в отпуске. Получила, да? Так что нормально все будет, что ты тоже не кипишуй. 2 ловлю подарков, в нее мы еще не играли. Играли.
Мне, да? Угу. Не помню. Помню, играли. А вы все эти игры играли. У кого 2 хп, а? Я Рапид. Я Пойди. Рген. Я Туа. Туа? Я Нуад. Это я не буду говорить, это будет как запретка звучать наоборот. Понял. Нуга. Ну, возможно, кстати. Так, ты, Рапид, иди давай уж. А я, да? Я просто альтанулся. Простите, работать сложно одновременно играть. А ты что, не закончил, что ли, работу? Да нет, там по другу, я по другой части там немножко делишки делал. Пожалуйста. Так, а Алена взяла кубок, нет? Я что-то этого не увидел. Нет. Нет. Забирай. Тебе Бля, сам... духа пробел. А тебе просто надо ловить с разных этих, да, типа? Ну, взаимно подарки ловить, а не говно всякое, да? Ой. Да, блин. Нет, никого не надо. Вроде без камня. Дети довольны будут. За что вы, за что камня? Кстати, в чем прикол, не общался с камнем, просто с ним вообще не надо. Мы Коля сегодня с ним списывались. Да и бац, до меня решил. А че это счет? А? Играли. Что он творил? Да, у него там эти свои травмы по вопросикам. Че там? Какое место? Второе, да? Опять третье. Опять первое. Ой, хорошо. Номер один непобедим. Номер один. А не победим. Ладно. Еще красиво играть, они как бля дух последняя. Ой-ой-ой. Ой, спасибо. Брат, спасибо. Красиво сыграл? Да нет, подожди. У меня ключей не хватило. Есть. Есть. Конечно, ты из меня все вытянул, гад. Я отсосался. Я все высосал. Так. Что ты? Направо, Лёш, направо тебе надо. Направо? Давай посмотрю. Надя жива еще. Что странно, кстати, как она выжила. Главный хейтер своей женщины. Охренеть. Один. Сюда, сюда, сюда. Алексей. Алексей, вы меня слышали? Да, да, да. Я через минут 10 уйду от вас. Куда? Там, потом тебе напишу. Окей. Где Надя? А, окей. Ну давай это, тогда... А ты обратно не присоединишься. Ну и хрен с тобой тогда. Бот за тебя играть будет. Базар. Охренеть, я пойду, наконец-то. Спасибо, игра. Трещал мод. Иди нахуй. А тебе зачем туда, тебе туда не надо? Ну ладно. Не буду. Я живой, я живой. Да, я сделал это, не зря на кнопке стоял. Отлично, отлично. Иди ко мне, майор, да сиди сюда. Иди, я тебя пожалею. Ну ты икульку сделаешь, что ли? А уже не важно, что есть. Ну, такое я одобряю. Нихуя. Настоящий мужчина такое одобряет.
Блять, пожалуйста, оставьте. Давайте, меня, давайте определим сразу на будущее. Я, ну, пиздалис. Да, кстати, да, это Витя, это знаменитый Маджестика личность Витя пиздалист. Сильность. Данный, сильное заявление. Данный молодой человек, не знаю, у меня пальцев двух ног и двух рук не хватит, сколько он девушкам на Маджестике войски мурлыку. О, классная штука. Вопрос в том, что сколько... Да, я это буду делать. А, подожди, а где я-то? Надо типа выше всех построить или что? Сомневаюсь, что выше всех. Да ёбаные сырники. Куда придуха-то мы? Поехал, пэ. Как? Есть, я закончил. Бля, я второй закончил. Ты в смысле он первый закончил? Чему? Вообще не говорю. Человек модно одетый, бля. Я тебя сейчас в рот выебу за такие слова, да? Все, я уже такси вызываю для тебя. Вызываетесь на форум на собакой встречу, а? С двумя собаками? Ты дашь мне то, что я давно хотел? Вот. Смерть. Бля, как же плохо, как же плохо. Я не могу. Там водичка сейчас уйти должна, да, всё. Ты говоришь, как же плохо, сука, человеку с одним хп, блядь. Блять, похилиться или уебать по Наде, нахуй? Уебать по Наде. Будь мужчиной. А по пути ключей соберешь. Покажи, что мужчина с женщинами делает. Баклажаны базар. Нахуй, просто. Чемодан, вокзал, нахуй. Я ключей соберу. Чемодан, пригорок, похуй. Просто молодец, у меня слов нет. На свое место, нахуй. На свое место, блин. Вернулся он. Мне кажется, надо его там, в принципе, оставить. Нормально стоит. Блять. Смотри, когда? По утрам, да. Так. Лёх, что у тебя там сзади женщина смеется с смешных шуток. Да? Бля, тебе повезло. А, ты меня уебашь, я хотел. Пиздательно. Я тебе говорю, лучше не попадайте мне на глаза. Зря ты трубовик-то потратил. Кас-кас-кас-кас, иди сюда, иди сюда, иди сюда, конечно, иди сюда. Пиздить меня будут много, крови мне тоже нужно много. Лёха, слышишь, у тебя какой X-Ross? Третий. У меня у девушки тоже третий мини, да, будем тебя начать? Запомни, да, никогда не бери на 0.7 карты, уже это говно ебало. Я знаю. Поэтому у меня на 0.6. У меня на 0.6 не было, к сожалению. И спарик на 0.2, сильно. 0.2 реально сильно. Сейчас меня херанёт, секундочку. Я матери купил X-Ross третий мини. Ну как, я там отец, по-моему, купил. Или я матери купил X-Ross третий просто. А потом батя класс! С этим мини, что они поменялись. Мечта. Я. Yeah. Это моё. То есть. Надюша! Мы прям нормально. Блин, игра не громко. Тут на стриме еще есть, может быть, Санечка попал. На стриме скажи, время два? Сейчас по звукам. Игра, звук, так далее. Что тебе надо от человека с одним хп, ты издеваешься? Привет! Бля, ебать подстава, Витя, а? Ебать ты подстава, нахуй. Домой, к папе.
Ой, фу, не люблю он эту фигню. War Thunder. А чем там пулять? Оп, иду сюда. Бля, духа, я иду за тобой. Давай, ой, давай, ты же ебался. Враг наверх. А наверх как? Оп. На S. Поздняк метаться. Бам. А, разбилась. Я идите вы. Я буду гореть, но я буду жить. Не поймаешь, не поймаешь. Мертвая петля. А, я сам разобьюсь, слушай. Сволочь. Никому не дам бал. Какой Витя хитрый. Да ёпта. Забрался сверху, блядь. Я буду еще гениален. Я замочу обоих. Есть. Еще сахайчика. Ой, на завтрак. Не получилось, да? Ай, живым не дался. Вот сюда, сюда, а почему у меня прицел только сейчас появился? Есть. Подождите. Слушайте, реально, а почему я прицел у меня только сейчас появился? Не знаю, кстати. Я тоже. Да, вот мне интересно, 5 зрителей, это все вы? На стриме сейчас. Я на стриме сижу. Ты все видел? Я тоже. А Витя ушел? Да. Блять, наебали. Да. Нет. О, нормально. Ну-ка. Ты куда? Давай не так далеко, да? Не, не обессудьте, но у меня Надя цель номер один наебашить. Персона нон-грата. Слышишь, я могу засейвить катку, и мы просто сейчас перезайдем без Вити уже. Да не, давай так. Okay. Давай наиграем, чё, какая разница, сейм уже сделали ходов. Окей, okay, ладно. Не знаю, просто... Нет, там также и будет 7 ходов, те же кубки, все останется. Просто мы типа перезапустим без Вити. Давай. Будем перезапускать? Да нет. Нет, ну ладно. О, десяточка. Давай за Надькой в погоню. Здрасте. Мне похуй, забирай ключи. Не жалко. Какие же это офигенные печенья, Бакьяла-сан, Одо-сан, Куро-сан. Как символично. Вот она, психолог, бля. Скауки на меня не влияют, если честно. Да, а в танки мы играли? В танки мы, по-моему, не играли, да? Танки? Чё, всех трахну, отвечаюся. А как стрелять? На мышку. Бам-б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 ам-
Ой, я случайно. Суки. Сука, у нас Надя сидит на месте. Сидит на месте со всех. У вас еще Надя есть молодец! Вопросы, почему она моя цель, да? Вопросы есть. Да, я сейчас, сука, вот. Лишь бы тебе выпало либо немножко. Сука. Лучше перчаткой, лучше перчаткой. Ну ладно. Я говорю.
Просто такая лошара, я в щуке. Давайте быстрее, быстрее, пожалуйста, ходите быстрее. Я ее сейчас так наебашу, просто отвечаю, пацаны. Нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Тёма, давай. Какая карма? Тёма! Какая карма? Ты говоришь это скептику про карму, серьёзно? Ладно, ладно, ладно. Я вам по бату ебану. Ну он, конечно, чё он стоит тут, втыкает? Втыкает, ну дебил. Как пауза с них отложится нормально? Вот это неплохо. Я не понял, почему бустернуть эту повязку. Или же если вся кепки носит, это неудобно и некрасиво. Да, конечно, идея хорошая. Да, давай. Ну бы и нет. Алена, помни про мое добро, которое я к себе делал. Ну да, 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 все, я могу ее выпустить. Обещаю. Стоять! Да, все хорошо. Да у нее ключей нет, сейчас паришься. Да, точно. Да, я тебя вообще не трону. Но только сапогом по голове. Сейчас он тебя будет учить, как из дробовика стрелять. Да нет. Нет, надо было с дробовика ебашить. Мне как раз челк играет. Смотрите, Надя машинить может. Какой бот вперед уехал? Бот впереди сам первый. Сахан впереди. Сахан. В этажке тоже есть неуправляемые машины, вот это вот они. Да, Надя? Сахан, ты что делаешь? Ты у кого учился так дрифтить? Сука, нахуй. О! Надя выехала вперед, я тут зависла. Надолго. Отлично. Еду, 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 еду. Оп. Где? Я потерялся! Я потерялся, блядь! Хорошо. Ошибка. Давай, 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 давай. О? А я иду первый. Мужики, все. И дамы. Прям хана. Блять. А что, два круга всего, что ли? Да, да. Сука, Лёха, я твой рот ебал, блядь. Взял, сглазил, нахуй. Просто такая протаскуха, отвечаю, сука. Я знаю, где и ты живёшь. Блядь, я знаю, где ты живёшь, нахуй. Тебе пизда. У меня есть личная охрана, которая выйдет. Ты там даблкил можешь сделать, там, потому что ты Надя живёт. Попробуй даблкил. За даблкил я на 8-то сяду. Что? Где? 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 Не туда, не туда. Блядь. Нет, 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 нет. Зачем Витя просил? А, помню. Да блядь. А как Сахан, блядь, перед ним оказался? Так я тебя обогнал. Куда успел? Там, с выездом на балкон. А, где я проебался жестко. Сука. Где сундук? Сундук, блядь. Yes. Наебашь по Наде. Ебать, это чё? А это чё? Я такое впервые вижу. Чё, ну давай, женщина. А, это игровой автомат. Давай, поехали.
Так, ну давай, защити всех девушек игрой великолепной. Надя, хреновая игра, Надя. Ну все честно, честная игра, согласись? С чего? Я когда с Максом здесь играл, я Макса проебал. Я не лучший игрок в этом. Но Вовк, если бы... Блядь! Надя, есть шанс, есть шанс. Есть! Что? Хорошо! Есть, есть, есть! Лёха! Мужики, держусь! Блядь! Есть! Хорош! Есть, 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 есть! Хорош! Она уже все не успеет даже тупо. Есть! Да! Домой, домой! Ну, все честно было, блин, все честно было. Извините. Ну, стал лучше, красава. Я дал вам возможность. Ну ладно, постою. Нормально. Бля. Мужики, если тебя дочинусь, я ещё не дочинюсь. Неизвестно, что мы готовим вам есть. Мы же не в курсе. Бля, пацаны, будьте себя аккуратнее. Я на твоем месте была поаккуратнее. Ну такая девушка. У меня есть девушка. Когда она появится, бля. И куда они? Они её тоже, блядь, приучат к своим вот этим приколам. Угу. Да. Машнят, машнят. С кайфом. Да нету кайфа в этом, блядь, никакого. Тебя понимаешь, тебя игра опустила просто. Тебя игра попустила, чуток. Ну я так рядом. Да? Он так рядом и так далеко, да? Что у меня есть по предмету? Я акустика. Ты кактус, а не акустик. Привет, кактус. Это интеллект. Он подошел к боту. Нормально. Ах ты, бот! Бот! Самое главное наше, блядь. А, ну дурачок. А нахуй. Бот что-то тупит немножко. Немножко? Нихуя себе немножко. Смотри, 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 что будет делать. Смотри. И просто кинули мне резко. Я думала об этом. Глаза еще закрой. Кто больше хуесос? Я честную игру дал. Сердечно. О, да, иди ко мне, иди ко мне. Иди сюда. Надя, иди лучше не туда. А иди там Тёма. Иди сюда. Тёма! Иди сюда. Напоминаю, Тёма первый начал мошнить. Тихо, Мома, чёрти водятся, ребята. Она просто забыла об этом. Если готовишься обосраться, не забудь приготовить бумажку. Ладно. Всем совет. Ребят, держу в курсе, я сейчас забираюсь за третьего, и игра заканчивается. И типа... Ну, короче... Уверьте. Меня. Да. Не, ну тебе что-то странно просто. Я сейчас реально доберусь до сундука. Чё говоришь? Это опять наши перекатушки, да? Да ё-моё. Класс, я сейчас умру. Спасибо, Надя. А бот сейчас выиграет, алё, ребята. В смысле бот? И мама у нас бот впереди. Да. Ползите, ползите, мальчики, ползите.
Господи. Тёма, давай! Не-не-не-не-не-не! Никакого бота сегодня не будет. Там Сахан. Да блять, ползи, ползуха! У тебя то же самое. Ай, блядь, дешевая шлюха, а не бледуха. Какой бот, бот умер. Это впереди был. Это был Тёма. Нет, ты сам себя потом называешь. Нет, ты долбоёб. Нет, ты долбоёб. Я сейчас откат сохраню, мы пересмотрим. У меня стрим есть, можешь клипануть. Ладно, ладно, ладно. В трусах прохладно. О! Компотик! Ха-ха! Ладно. Где там этот? Ну, чтоб не втыкал. Компотик, привет. Привет. Вообще по-хорошему надо было по Лехе уебать, а то он реально сейчас дойдет. Ну а что там еще? Ботам аж ним просто, блядь, бедолага ебаный. Его один хп. Да, конечно, он сейчас отыгрывает, блядь, доброго мальчика. Ого! Алексей. Понимаете, у нас Алексей за подлинник. Нет, он просто понимает, что он сейчас заберет последний кубок, и игра закончится. Лёва хочет продлить наше мучение. Надя, есть что-нибудь по боту? Либо он идет просто за тобой, Надя. Смирал мой лейский мальчик. Лучше сюда. Ой, блядь. Мне для тебя ничего не жалко. Спасибо большое. Да блядь, у меня географический кретинизм, блядь, алё нахуй. Ой, а. У нас у всех. Я вижу. А как ее переворачивать? Как ее переворачивать, ребят? На ку. На кью, да. И, ну я же у Юры собирал в этом, блядь, на Радмире. Типа злоебущие. СВ Ваван. АДВЕ Ваван. Аколе де Малефон. Что ты неправильно верхушки собрала. Есть. О, Лёша второй. Так алё, блядь, я долбоёб же. Так, Надя третья. У нас бот тупо на месте стоит. Он думает, подожди. О! Быстрее Тёма собрал. Верх неправильно. Тёма верхушка. Тёма верхушка менять местами надо. Что за верхушки? Я правильно понимаю, у нас у всех были проблемы с верхушкой. Ну да, это вечная проблема. С этим. Я говорю, у меня географический кретинизм, я не вижу, блядь, что просто. Географический? Да. Не топографический. Нет, именно географический. Так. Ну, в этом больше ключей однозначно, если сосать. Ну давай. Ой. Хе. Сосать, блядь.
Ты куда? Ты с нас идешь за мной. Сундук не там. Да знаешь, что он здесь. Ну, дома. Окей, окей. До ко мне ближе, чем до Нади. Ой, перчаточка еще. Прекрасно, прекрасно. Так, у Лёхи какой-то план, и он хочет его придерживаться. Лёха, в туалет сходить не хочешь? Хотелось бы. Ну, тут пока что думаю. А так, мило. Уже как-то привычно. Люблю, когда ты мне вонзаешь. Надя любит пожёстче. Видал? Надя любит пожёстче, все поняли. Нет, теперь я точно к вам не приду. Я аж кушать захотел, ё-моё. Вы чё, ребят? Я, походу, сейчас пельмени пойду жарить после катки. Или чё, может быть, в этот, на фейсит? Можно. Бля, я просто стримить не хочу, чтобы пожарил пельмени, а потом меня. Не, я просто реально так не хочу, только стрим, чтобы, типа, пойти жарить пельмени. Это пиздец. Мама, я в телевизоре, я популярен. Мама, я цветок. Я кустик. Да. Да, я уже заметила, да. Мяу. А у меня нет кустика! Да вон подарок с Пользич. Да ладно, чё, потом. Давай посмотрим. Всем да, да, опять блядь. Эта хрень, а! Как я ненавижу это говно. Вообще меня просто бесит эта фигня. А, я дико извиняюсь, а почему у меня... Мы на какую клавишу достреляем? Там откат есть, там есть откат. На кнопку мыши. Там есть это... Там у пулемета в машине есть откат. Меня Буд убил. Он вот всех это сейчас раскатает. Yes. Эй. Ну да, я люблю быть плохим. Что это такое за, а? Как минус бот. Пипец, ничего не понятно вообще. Надя, может просто будем стоять на месте? Надя уже так и делает. Почему откат такой быстрый, блядь? Хамут Хабиби! Хамут Хабиби! Я нашел свою цель! Я нашел свою цель! Нет, он мой! Он мой! Давай! Да не стреляй, похуй! Чё ты? Да ты зачем меня убила? Все такие скучные. Бочара. Не, мне эта игра тоже не нравится. А с ботинок? Чё-то это, по-моему, охерел. Кто? Бот. У нас бот просто к нам приехал, и тебя убил, блядь. А потом еще и ты на крысичах такой. Найс. Там такая парочка стоит, хорошая. Вы посмотрите. Оп! А тебе ничего не дали? Так я в кактусе был. А это ты был в кактусе? Он танк. У меня и так 7 ключей.
меня же их так много. Ладно, просто ребят, капец. Сейчас, сейчас приду. Ой, блин, отсюда выйти. Ча. Ебаш, ебаш его. Или Лёху. Так, тихо. Тихо, я сейчас это устрою тут. Повторю кое-какой год. Какие выражения? Да блять, идите вы нахуй! Я полгода шел туда! Ну, таким голосом ты можешь легко заманить педофилов. Что случилось? Ловим на живца! А где этот? Где сундук? Новый. Сундук рядом сундук с внизу. Сейчас просто если бот сюда херачит, или не будет, это вообще жопа. Бля, духа, ну-ка, что она их придумает? Класс, спасибо. Ой-ой-ой, грязно поступает для духа, грязно. Ой. Привет! Шибка. Бля, духа. Как твои дела? А у меня только подарок, что ты паришься? А нет, да, уже не только. Уже нет, по-моему, только подарок. Только а, подарок. Нет. Да. Тёма, смотри, что за Никой ещё не исчезнет. Открывай, открывай, Лен. А какой смысл? У меня Тёма все ключи высосал. Пока. О, пока, Компотик. Просто... Я на тебя обиделась, я с тобой больше не разговариваю, понятно? Компотик смылся. Чё это такое вообще? Это в то, что ты играл на автомате. Да ладно, Лена, все хорошо. Оп. Все, ага. Я понял. Я все равно думаю, не выиграю. Я вообще все заселяю. Бедуха, хватит меня пырять, все. Пожалуйста. Все же меня летит. Да блин. А! Я кнопки путаю, я не могу. Ой. Ой. Это сложно. Ой. Да куда ты сразу-то? Чё? Ой, не туда. Да бля, я вообще проёбываюсь, да господи. Благослови мою трепчину. Пиздец, а чмо. Ёбаный в рот. Самокритично, однако. Да Сахану игра подкручивает. Да, а когда он стоял полгода у нас? Здоров, чё за... А, привет, Евгенийч. Это по мопати. То есть вот, сидим с друзьями, играем. Евгенийч. Даже известно, кто это. Ну, Евгенийч какой-то в чате. Батя, пошли. Лёха, слушай, плохое слово. Зала. Она сказала, Лёпи. Подожди, а где сундук? Не могу понять. На пирсе он. Слушай, уже 6 зрителей, Лёха, 6. Так и было, Лёха, как дела? У тебя как дела, спрашивают? Учитывая, что там одна я ещё. Интересно, кто такой Евгенийч? Вот видишь, в чём прикол. Так, ни в кого не заденем. Этим тоже. Тогда прокатимся. Помнишь меня, нет? С температурой слёг в Уренгое. Конечно же я! С температурой слёг в Уренгое. Повезло, повезло! Подожди. Да. Человек лёг в Уренгое с температурой. Это что такое? Да кто? Да я не помню. А в... Стоп, подожди. А в какой из разов? Я много раз в Уренгое был. Зимой той?
мне интересно, подожди. Андрей, Андрюха или Данил Баталов, нет? Это из них? Эпичное возвращение компота. Мне просто интересно. Блёв, наверное, Андрюха, да? Потому что ты просто смотрел через это. О, нет. Через о, нет. ВК. Скорее всего, ты. Да? Я выдал. Класс, спасибо. Откат ситуации, я реально. Все, понял, здорово, Андрюх, здорово. А все, не будет отката. Беги и прячься. Алёна, ты видела, кто твой друг? Я твой друг. Тёма, что творится? Да там Надя, прав. Чуть-чуть. Ой, я пойду вниз, похуй, там все равно. Что это? Да я где-то недели две назад, месяц от наших стримов. А что это, сейчас ребят? Сейчас я собираюсь уже Лёша, стримить. Что типа, это? Ну, короче, кто-то акула, кто-то прячется. Нужно запомнить, где ты, типа, убегаешь. Акула, это я. Или... Нужно рации собирать. Видите, рации есть? Их нужно собирать. А где рации? Главное не спалиться, то что где то ты едешь. А где рация, если я ее не вижу? У меня вопрос. Видишь рацию еще? Вижу. Вижу. Я не вижу эти рации, блядские. Верх левый угол. Кто может другом? Не попадайте на его уловки. А я себя потерял, блядь, вообще. А почему думаешь, что я умер? Я не могу понять. Гений. Низ. А, снизу видно. Заберите раз, заберите, спаситесь. Не дайте ему выиграть. Как минус Тёма. Тупо спалился. Остался бот и Надя. Бота съел тоже. Забирай. Я уже увидел Надю. Надя, это было последнее. Беги, Надя! Так а собрали же все рации. Да, надо было спасаться, вон вертолёт был. Надя стоит еще так это. Я думаю, она не собиралась, просто она не да, в Пермяге, мы в Пермяге. Это все друзья из Перми у нас. Вот. Пока никуда не собираюсь переезжать. Пока в Перми кайфую. А, это не хватает. Да? Сначала надо поотвлекаться. Уже есть с кем пообщаться. Вот. Да, в Перми, чё, нормально живем. Я эти зимы не поехал на эти... На перевозке. Тут что-то неохота было вообще. Вот. Сидим, играем. Обычно в КС фейсит. Или обычный КС. Бля, залетело, прикольно. Иногда поиграть, поубирать, только самое. Лучше всего днем. Я пошел по стрим лагает пипец в спальне. Странно, что он лагает. Битрейт хороший, все равно нормально, типа. Не знаю, почему он может быть лагать. Мы сейчас как куда играем, пойдем в КС на фейс. Если хочешь, можешь пойти с нами. Только я сначала, наверное, пойду все-таки приготовлю пельмешки. Я очень хочу пельмешки. Вот. Ой-ой-ой. Ай. На фул. Он полный. А, это я не знаю, это, наверное, Twitch лагает. Ты с чем есть проблемы сейчас в последнее время? Он подлагает уже. Я с телефона, блин. А ты что, в рейсе или что, не? А, печально. Так езжай в клуб. У тебя штачка, по-моему, есть. Езжай в клуб просто, да и все, в компьютер не. Возьми себе просто ночью, все. Посидишь, отдохнешь. Если хочешь, могу запустить, типа, снайпер, сами просто посидишь. Мы поиграем с тобой, пообщаемся. Можем так. Вообще не проблема. А, я что ли? Да, 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 да. Баба.
Я его к вам отправил, чтобы его звонишь. Чё? Ой, давай, Надя, не начинай. Но это было один раз. Ну, может, два. Ой, там угу. Понял. Меня... Ты уволился или еще работаешь? Басю у меня... Лёха, твой ход. Я знаю. Тише. Тише? Как ты говоришь женщине тише, когда она не умеет тише? Дай её. Пам-пам. Ух ты! Мы за Крымском. Земля-то круглая. Я всю жизнь тут жил, как бы тут. Ух ты, Наденька. Ребят, подарочек вам на Новый год, на Рождество. Надежда Владимировна, собственно, персона. Можете делать с ней все, что хотите. Спасибо, Леша, спасибо. Работай. Компот сбегает. Компот, давай ко мне. За что? Компот, давай ко мне, брат. Да, отходите лучше подальше. Бля, то, что за революцию хуёво. Не знаю, я что-то летом ездил и все, больше не хочу. Чапот ебнул, че тебя бот уебал? Это вся игра против тебя. Я знаю, я им ужасно. А чё? Шутер третьего лица? Да. А, я помню, да, нас тут с Надей избили. Надя, пошли к вам. А вот просто на месте с Аимом стоит, это нормально? Чуть я упал. До конца шла. А чё, у меня патронов что ли нету, блядь? Да ладно, патронов нет. Все, беги, беги. Как ты меня бесишь, Сахар? Ты чем ты это делаешь? Да. Алло, а чё? Чё я не стреляю? Все. На бальчик далеко не беги так. Бабах. Бля, духа. Да блять, у меня дробаш, ребят, заберите его. Ты чмошник? Я бот убил, вы серьезно? Да, Леха нашел эту ультимативную пушечку, жестко. Надя! Простите? Не прощу. А Яна просто бегает тут передо мной. Начинается игра. Я открываю тут смерти. Кира? Что? А ты чему? Писька Глотус! Сахан нашел, да, Тима? Да. Вот опять здесь, да уйди отсюда! Сахан... Блядь, там Надя, ёбнуть, там чё. Вдвоем меня душат, ёпта! Лоха, мужики, по Сахан. Вы где? Лоха по Сахан, убейте. На миду. Да, лоу. Думаешь? Уже похилился. Пошел ты в жопу! Что тебя убили? Понятно? Я сам умру, блядь, мужик. This is хорошо. Мне не нравится. Не хочу в такого играть. А, блядь, а где перелет-то?
Да и говно не трогай. Честно говоря. А стрим, да, частенько, кстати, подрубаю почти каждый день, либо через день-два, типа. Он сейчас, можешь в ТГ подписаться, у меня ТГ-канал указан. Там я указываю, когда, типа, буду запускать, либо когда запустил. Ну, вот. Ну чаще всего сейчас каждый день, если только если дома, то каждый день. Днем, вечером, как бы, как по времени еще нету какого-то графика. С февраля буду уже по графику, наверное, стримить. Это понедельник, среда, четверг, там, не знаю, или среда, пятница, и три дня в неделю, четыре. Определенное время. Нет, надо было все-таки по Наде наебать. Ты, я не понимаешь, да? Уважаемые дамы и господа, спасибо за столь прекрасную игру. Игра заканчивается на этом. Помешание. Да, 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 ну, ага, хорошо. У-ху. Федуха сейчас будет отвечать. А? Суяри, я мало получил, как. Это я. Перекачь сразу, блин. Надежда Владимировна. О, это что, я? О, да. Да, мы бы пиздили постоянно. Чё, какие ещё номинации есть? А, всё. Да. Я. Yeah. Редкий.